Если вы почувствовали хоть на мгновение, это не только этого вируса касается. Мы всегда будем жить с этими вирусами, всегда. Приболел, начинается у тебя там. немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас э, на самоизоляцию и будут дома лечить, или мы вас заберем в госпиталь и будем в больнице лечить. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя. Надо изолировать будем изолировать. Надо вводить там карантин, будем вводить карантин. Надо комендантский час, ведем комендантский час. Что за проблема вести комендантский час? Ну надо это нашим людям. Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает спину. Давайте карантин, давай Лукашенко такой-сякой. Я говорю, слушай, люди добрые, да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы же не закрыли страну. Мы не остановили производство. У нас на Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу. Ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям, а не дай бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я только могу их рекомендовать и могу просить. Поберегите себя. Что я точно знаю, если бы мы создали панику, у нас бы была беда. Переживем и это. Надо думать о будущем.